Всем привет! На связи компания Look Freedom. Сегодня рассмотрим с вами проект под названием Giveaway 2018, расположенному по адресу giveawaydefis2018.ru. Здесь нам предлагают получить от 75 тысяч рублей на опросах от каких-то крупных спонсоров. Давайте разберемся, реально ли это предложение. Как только мы заходим на сайт, нам сообщают, что якобы выплачено пользователям почти 14 миллионов рублей. Чуть ниже нам пытаются объяснить вообще принцип проведения этой акции и смысл ее создания. Спонсорами этого мероприятия выступают какие-то крупные бренды. Нам не называют их, поэтому, в принципе, можно даже не доверять тому, что здесь сказано. Более никакой информации не представлено на сайте. Здесь нам нужно указать имя и фамилию и нажать на кнопку «Принять участие». Давайте не будем ничего вводить и сразу попробуем пройти дальше. Да, как видите, сервис начинает какой-то поиск и подбор вопросов от спонсоров, несмотря на то, что мы не указали то, что от нас требовалось. Нам сообщают, что нам доступны оплачиваемые вопросы. И за ответ на 6 из них нам полагается якобы выплата в 128 763 рубля. Давайте попробуем пройти этот самый опрос. Ну, вы видите, что интересует авторов этого проекта. Естественно, что за ответы на такие вопросы никто не будет платить никакие деньги, потому что подобные опросы проводятся бесплатно. Сейчас я поставлю видео на быструю перемотку. В принципе, вы успеете прочитать то, что интересует авторов. Да здесь даже не принципиально на самом деле, какой ответ вы даете, потому что это никак не повлияет на сумму вашего выигрыша. И вот мы попадаем на страницу, где обманывают пользователей. Нам сообщают, что мы успешно ответили на все вопросы и якобы сработали 128 тысяч. Но для того, чтобы получить эти деньги, нам необходимо внести 152 рубля. Эти деньги якобы требуются для подтверждения нашей личности, но на самом деле, оплатив их, вы только запустите череду оплат комиссии, по итогу которой вы так и не увидите своего заработка, потому что на этом сайте его попросту не предусмотрено. Естественно, что это мошеннический проект, и вносить деньги на нем попросту небезопасно. А для тех, кого интересуют реальные методы заработка, лучше приходите на наш сайт. Ссылку на него вы сможете найти в описании под этим роликом. Здесь в рубрике «Проверенные методы» мы собрали сервисы, которые протестированы лично нашими специалистами. Также советую вам подписаться на наш YouTube-канал, на нашу почтовую рассылку и на нашу группу ВКонтакте. Так вы всегда сможете быть в курсе самых актуальных новостей из мира заработка в сети. Если это видео было для вас полезным, ставьте под ним лайк. А с вами была компания Look Freedom. Всего доброго!